Привет. Здорово. Который час? Ох, какие у тебя часики, это крутые. Нормальные часы. Откуда? Премию дали? Премию. Небось, авторитета бандитского взял. Наоборот, отпустил. Я вот думаю, какой у нас все-таки добрый народ. А что это? Ну, я вот недавно пришел к совершенно незнакомым людям. Напоили, накормили. Еще и денег дали. Да ну ладно, не может быть. Может. Еще как может. Я ведь к ним с обыском приходил-то. Граждане и пассажиры, приготовились для таможенного досмотра. Пожалуйста, все таможенный досмотр. Так. Что у нас здесь? Вот, паспорт. Да не надо. А? Ну, убери ты эту декларацию. Чемоданчик. Чемоданчик. Так, сейчас. Сейчас, Борисочка. Так, что там? Наркотики есть? Нету. Наркотики есть? Нету. Так, вот там. Ничего. Точно нету? Нету. Нету? Нету. Вы смотрите, у меня собачка на наркоту-то натасканная на это дело. Так что, если есть, найдет. Есть наркотики? Да нету, ничего такого нет. Она не только на это дело натаскана, она еще и подсажена. Поэтому, если есть хоть грамм, говорите правду. Да нету у меня ни грамма, ничего. Точно нету? Нету. Это плохо. Это очень плохо. А что такое? Что такое? С утра ни одного пассажира с дурью. У собачки ломка, видите? Берточка. Так, пассажиры, у кого есть наркотики? Обслужу без очереди, гражданочка. Наркотики. Выходи! Выходи, Стеценко! Ты слышишь меня? Мы знаем, что ты там, Стеценко! Выходи! Считаю до трех! Раз! Два! Ты водишь или нет, гадюка такая! Даю выстрел предупредительный! Пусти! Ну! Товарищи, вы что себе позволяете в конце концов? Да что это такое? На самом интересном месте, ебук! Да пожалуйста, не надо мне только... Непонятно. Почему вы последовательно на допросе в наручниках держите? Он что, буйный? Еще какой буйный. Только это не последовательно. Это наш старший следователь Иван Петрович. Итак, Сидоров, давайте знакомиться. Я ваш адвокат. Моя фамилия Линда. Спасите меня, спасите. Это проклятая водка. А в тюрьме? Я не смогу в тюрьме. Я не смогу в тюрьме. Я знаю себя, я в тюрьме не смогу. Для начала успокойтесь. Я спокойно. Так. Итак, значит, вы были задержаны ночью в универмаге. В невменяемом состоянии. Я не помню. Правда, я почти ничего не помню. Вам предъявляются обвинения в разбитии витрины. Да, было. Да. В проникновении в магазин. Да, да. Да. И, наконец... Нет! Только не в серийном изнасиловании. Я вас умоляю, ну спасите меня. Понимаете, их было много. И они сами этого хотели. Сами. А я как мужчина, ну я просто не мог им отказать. Не мог. Вы что-то путаете. Здесь написано. Обвиняется в порче 10 манекенов. Нет! Нет!
Семи женских и трех мужских. Манекенов. Да. Ну, гражданка потерпевшая, давайте мы сейчас с вами все ставим. Фоторобот подозреваемого. Как ты? Ну, вот словесный портрет. Ну, как ты? Я расстроен. Ну, я не знаю. У нас техника, не волнуйтесь, на грани фантастики. Какие у него там глаза, там рот, уши. Ну, не знаете, как сказать, можете с чем-нибудь сравнить. Да я уж как-нибудь найду слова. Ну, вот какая у него морда лица, форма лица. Знаете, мне, как потерпевший, поначалу лицо подозреваемого показал симпатичным, но морда ящиком. Ящиком. Глаза. Глаза две бессмысленных зеленых пуговицы. Глаза. Нос. Нос прост, как у вас. Картошкой. Ага. Нос. И рот. Сладкий. Бантиком. Ну все, готово. Да. Вот. Как живой. Техника. Давай говори, кто все это сделал? Кто придумал вот это вот все? Кто это все организовал? Не могу больше терпеть! Хватит! Прекратить безобразие! Как же тебе не стыдно? Мы же живем в такое время, какое ты имеешь право так говорить с подследственной... Что? Что? И тебя не пожалею! Ой! 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 Больно!